ситуации по коронавирусу. За сутки в Коми выявлено 278 новых случаев инфицирования. 105 человек выздоровели, 8 скончалось. В медучреждениях дополнительно развернуто 93 ковидные койки в Республиканском госпитале ветеранов, в Печорской, Вуктырской и Сосногорской ЦРБ. Всего из 2743 мест свободна лишь пятая часть. Темпы вакцинации населения нарастают. Так, накануне от коронавируса привился член общественной палаты Коми, руководитель исполнительной дирекции Ассоциации Совета муниципальных образований Республики Юрий Балабунов. В декабре он перенес болезнь в тяжелой форме и не хочет вновь заразиться. Попал в больницу, было до 25% поражения легких, потом до 50%, даже побыл двое суток в реанимации. Болезнь идет, конечно, очень тяжело идет, и самое главное, тяжело восстанавливаться. Вообще, я хочу сказать, что надо прививаться, потому что это, видимо, пока это единственная возможность нам каким-то образом победить этот недуг.